Участие в проекте в первую очередь дало мне уверенность. Уверенность в себе, уверенность в том, что у меня все может получиться. Уверенность в том, что я не буду останавливаться, а буду двигаться дальше. Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам этого проекта. Большое спасибо сказать всем работникам санатория «Рассвет», которые 2 месяца были с нами, которые нам помогали, которые нас преображали. Всем огромное спасибо. Самое необычное – это было психолог. Встречи с психологом, тренинги. Я впервые участвовала в этих тренингах. То есть большое спасибо Ирине Станиславовне. Она нас поддерживала на протяжении всего проекта. Очень мне нравятся процедуры фитобочка, массаж, иглотерапия была. Ну, в принципе, все процедуры были шикарными. И УФК, и акваэробика. Наталье Борисовне огромное спасибо. Моя жизнь очень изменилась. Я живу в таком ритме: работа, спорт, дети. То есть у меня нет времени теперь лежать на диване и кушать. То есть я все время где-то участвую в каких-то проектах. После этого хочу дальше продолжать заниматься спортом. Рацион питания у меня очень изменился. То есть у меня ушли булочки, сладкие, тортики. В основном все на здоровом питании. То есть курочка, рыбка, овощи и фрукты. Советую всем, кто хочет похудеть, и кто стесняется или откладывает это на завтра. Нужно сделать это сегодня. Встать, купить, приобрести абонемент на акваэробику, на массаж. И приходите в санаторий «Рассвет». Вас тут встретят и вам помогут. Это обязательно.